fare. Проходим в следующую комнату вперед. Это получается спальня Диего Колумба. Прямо перед вами оригинальный кровать, где спал Диего Колумба. Как католик иезуит, у него не было много мебели в своей комнате. Сундук, как вы смотрите, вот широкая стенка этого дома. Смотрите, дверь вперед. Дверь. Никогда не открывается этот секретный выход из этого дворца. Только для него, как он был маленький, худенький, это только был секретный выход для него. Он, говорят, что, и это не справа, что по старым городам находится туннель, как он, какие буквально это была дорога, чтобы сдержать цепь. Закончивается все на цели. Ну, как государство так не заботится по своим историческим памятникам, там буквально половина этих примеров, которые мусор ужасно.